Всех приветствую на своем канале, мы с Уги, еще раз продолжение YouTube Wrestling Simulator, это у нас третья серия. Что у нас сегодня? Сегодня у нас будет презентация телефона, это очень важно. Но сначала нужно записать игру, новую игру мы купили. Прошлой серии получится Counter-Strike. Так, выбираем Counter-Strike и первый взгляд давайте запишем. Не уверен, что это сейчас актуально, да, как бы. Но записать чисто можно. Так, 4000 подписчиков у нас. Это неплохо. Так, вы начали запись. Хорошо. Вот интро сейчас не особо тут интро подходит. Совет наставника давайте. Дальше время до начала игры. Давайте вот так. Неплохо. Вот зелёнку сразу выполнили. Теперь нужно вот как-то разобраться вот с этими. Давайте. Здесь у нас будет... Там три, тут у нас будет четыре. Убийственный взгляд. Давайте вот так выполним. Опа, вот это плохо, кстати. Плюс 2 мы выполним красненькую. У нас, кстати, мы розовую не можем никак. Розовую мы не выполнили. Да, розовую я не выполнил. Опубликовать. Я думаю, ребята, что делать сейчас. Здесь как бы просто курсы. Можно заниматься, то есть, монтаж видео, допустим, да, базовый уровень. Что-то даст мне, допустим. Монтаж звука, съемка, базовый уровень. Это мы получим много всего, да? Надо вообще как бы все вкачивать. Ну давайте вот монтаж, базовый уровень. Просто мне кажется, еще... А, вот и деньги еще нужно. Надо работать еще. Надо работать и учиться вот сейчас. Вот главное. Так как... Ой-ой-ой, подождите, ремонт вот 10 долларов. Попробуем каким-то образом. Сколько там? 22%. Кстати, неплохо, да. Можно же ускорить точно. Оп. Ускорим чутка. Так, подождите, а уже нужно, знаете, как отменить? Я не могу. Никак от... А вот пауза, да. Спать и поесть. Сейчас мы поспим и потом сдержим комментарий как раз. Сейчас немножко поснимаем Counter-Strike. Получится сэндвич, хорошо. Вот, идеально. И теперь еще нужно будет поработать, потому что денег у нас очень мало. Сколько мы получаем тут? $1, очень-очень мало. Очень-очень мало. У нас еще скоро этот, как его, 10 февраля, да. Мероприятие это. Мероприятие. Хорошо. Есть. Дальше что нужно? Думаю. Подождите. Быстро снимаем ролик. Быстро снимаем ролик геймплей. Кстати, неплохой ролик такой, как бы. Неплох. Он не отличный, да, как вот бывает там, где на 100% интересности, но неплох, прям неплох. Сойдет, как бы, сойдет. Вступление можно прям почти сразу закрыть зелененькое. Либо давайте вот так, потому что тоже очень много получим этих, и опять же розовый. Розовый мы просто не можем на монтаже добавлять. Розовый нельзя на монтаже добавлять. Давайте сержант. Вот этот. Оп. Оп.
3, но то розовый выпал. Теперь он уже зелененький. Сейчас он очень внимательно. Красную и оранжевую, допустим, добавляю. Дальше. Ой, еще красную и зелененькую бы. Вот есть. Но очень все плохо. Прям очень-очень зелененькая нет. По итогу у нас просто не хватило зелененькой одной. Ну, не одной, а много. Целых еще две нужно. Снимаем, снимаем. Опубликовать. Что? Поговорить. Хочу сделать видео, как я играю хорошо. Актар, это Адам. Этот хорошо. Первый взгляд на игру. $80. Согласен, да. Это мы с ним, но на мероприятие какое-то идем, идем. Ну, денег вообще нету. А сколько надо в конце месяца платить? А нет, я 2 месяца уже оплатил. Или нет? Да, 2 месяца оплатил уже, то есть мне сейчас не надо платить. Добро пожаловать на презентацию этого вот какого-то названия. Мы надеемся, что выход телефона перевернет индустрию мобильных телефонов. Окей. Этот Samsung или какой? Это новый телефон поддерживает социальную сеть, где вы можете публиковать свои собственные контент и читать сообщения друзей. Заходя к нам на страницу, всякий, так я понял. Но этот Samsung или как он, да, назывался, этот телефон, будет выпущен 10 февраля по цене $115. Сегодня все наши гости получат скидку $45. Неплохо. $45. Это неплохая скидка. Достаточно, я ухожу. Неплохая скидка. Здравствуйте, меня я компания Honor. Надеюсь, мы сможем сотрудничать в будущем. Honor, да. Неплохо, неплохо. Так, ты кто, поговорить? Да. Играешь, что у тебя отличное видео. Можешь записать? Да, могу. Ага, превью. Записать еще $80, кстати. Поговорить. Привет, сделал видео того, как я играю, ну, не знаю, да. Геймплей. Согласен. Просто халява какая, ребят. Какая же халява. Подождите, тут есть... Надо с кем-то говорить насчет скидки, или это, или просто все. Уходим. Непонятно. Наверное, просто там могу уходить. Ожидайте своей очереди. Ладно, хватит позировать, можете заканчивать. Вас все равно никто не знает. 4000 знают. Все, давай. Прощай. Ты больше мне не друг. Какой злой охранник. Мне нужно купить новый телефон. Мне нужно $70. Нет таких денег у меня. Откуда мне взять такие денежки? Пора выпускать видео. Спасибо. Вот, еще подписчиков получили. Уже по 5000 подписчиков. Так, штраф за модерацию, извиняюсь. Очки талантов. Думаю. Перечень, это неплохо. Вообще в прохождение получи. Два геймплея можно прохождение записывать. Вот это нужно. Казуал. Игра также была посвящена собирать больше лайков. Не знаю, зачем мне лайки. Больше подписчиков. Превью, обзор и распаковка. Лайки я не уверен просто. Но я хочу просмотры игры увеличиваются с количеством видео по геймплею. Вот это прям очень неплохо. Вот эта зависимость, это прям очень-очень неплохо. Карточек у нас, да, нету, этих очков. Ролики не могу записывать, да? Давайте продолжим обучение, потому что у меня там квестов очень много, если ошибаюсь. Да, вот они. Слева направо. Так, хорошо. Оп, одна игра. Здравствуйте, я представитель это Microsoft, да? Ваше расписание позволит посетить мероприятие. Ваше участие заключит к нашему успеху. Сможете... Хорошо. Принять. Меня зовут куда-то, ребята. Что происходит? Меня зовут большие компании.
Это прям очень-очень неплохо. С такой медийкой прям реально неплохо. Так, давайте сразу поспим, поедим. Потому что вот уже вот-вот-вот видео выйдет, сразу да пойдем записывать. Давайте вот, наверное, же хлеба поедим, не будем сэндвич тратить. Так, комментарии нужно ответить. Еще один квест выполнили. Хорошо. Быстренько отвечаем, отвечаем, отвечаем. Давай, 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 давай. Теперь что нужно сделать? Это получается новое видео. Па-па-па-па-па. А тут две игры, да? А, они... Подождите. Допустим, вот 1 февраля. Вот, превью. Записать. А может быть то, что два квеста на ту же игру. Тоже превью нужно сделать. То есть я сейчас с одним видео могу сделать два этих. Два квеста. Такое может быть? Если да, то есть это имба. Так, сразу закрываем розовую. Теперь вступительный ролик. Вступительный ролик. Вопрос тут как бы... Ладно, давайте вот этот выберем. Оранжевый плюс x2, то есть просто 2 получим. Угу. Игра зависла. Плюс 4 и x2. Смотрим, смотрим, смотрим. Давайте смешную критику дадим какую-нибудь. Оп, все. И теперь зелененькую, зелененькую. Пожалуйста, хоть одну, хоть одну, хоть одну, хоть одну. Идеально. Полный, просто идеальный ролик. Ой, вот это прям хорошо. Идеальный ролик. Оп, 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 оп. Давайте вот так. Ладно, тут как-то. Вот по монтажу только. О, нормально, кстати. Ну еще добавим наверх. Принять, хорошо. Ой, рекорд. Ну вот это прям хороший ролик опубликовать. И сразу давайте поработаем, возможно, немножко. Чутка прям. Ну, чтобы просто денежки были. Вот, 6 часиков. Так, 6 часиков. А когда мероприятие? Вот это, которое там нужно было посетить. В какого числа вообще? Презентация игры. А, то оно есть? 13-го, когда? А, вот уже... Ой, это уже вчера было. А куда я иду? А вчерашнюю презентацию это? А это вообще нормально? Ну, ладно. Окей. Вот этот прикольно, да? Плюс 3 сценария и 1 звук. Вот это неплохо. Вот мы и накопили на его. А когда мне ролики тогда записывать? Вообще, мне кажется, я не успею, сука, задание выполнить. Давай, 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 быстрее. Что он, завис? Добро пожаловать на презентацию игры, хорошо. Так, это игра в жанре экшен, которая... выпустят на Xbox. Зачем он тогда мне? У меня нет Xbox. Критика ставит оценку, хорошо. 16 февраля, дата выхода игры, цена 25. Если вы хотите получить игру бесплатно, поговорите с участником, окей. Но зачем, опять же, если у меня нет Xbox? Достаточно, я ухожу. Здравствуйте, меня зовут, я представитель компании. Окей, все хорошо, хорошо, Microsoft. А вот он, поговорите. Ага, они просто говорят. Так, надеюсь, условия договора не знают каких-либо неудобств. Нормально попросить игру. Куда уходишь? Вы мне нравитесь, я дам вам игру. Но никому не говорите. Так, окей. Все? Могу уходить? Давайте. Ждайте своей очереди.
Давай, 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 быстрее, быстрее, быстрее. Чё так долго? Так, ну у меня уже 5000 подписчиков. 5000. Какой самый популярный канал, надо посмотреть. Вас все равно никто не знает, ну в смысле. 5000 подписчиков. А сколько? Сколько? А не могу посмотреть. Все, давайте. Я ушел. Сколько интересно максимально подписчиков кого-то. Кажется, присутствие, представитель нашей игры. Мы надеемся, что вы будете с нами последним. Окей. Так, ну вот, сотрудничество, видите, уже с компаниями. В смысле, меня не знаете, если меня тут пригласили. А, я сам, я на последнем месте, да? По ютуберам. На первом месте 83 тысячи. На последнем я. Ясно. Я тут такой лузер вообще, я так отстаю от всех. Я как-то прям очень плохо. Так, думаю, что делать. Надо, наверное, поспать и поесть. Потому что сейчас ролик надо будет еще один записывать. Блин, там много квестов. Большое спасибо за публикацию этого видео. Хорошо. Большое спасибо. Да, сразу два квеста выполнил просто. Оп, оп, $270. И сразу еще какое-то мероприятие. Что за сейчас за мероприятие? Я не понимаю. В кино? А, да, я же... А зачем? А сейчас смысл вообще идти туда? А я не могу. Нет, я хочу отказаться, отменить планы, но я не могу. Боже. Ну это ужас, это просто ужас. Все, я некоторые квесты уже не смогу выполнить. Ладно, новые возьму. Есть проблема. Да, у меня отличное видео. На ПК, пожалуйста, геймплей. $33, да. Сейчас, подожди, я сейчас вернусь. 33. Видео может так. ПК превью, посмотрите, $110, согласен. Вот на этот надо будет сейчас посмотреть. Кто ты? Ладно, все, давай. Не знаю, кто это. Не особо интересен. Вот этот квест прям очень плохой. $110 получим. Этот не буду брать. $110 это прям неплохо. Так, быстренько на этот. Ну, по факту реально нуны. Хватит позировать. Но если там, опять же, сравнить то, что 80 тысяч, это уже как бы вот топ-1, то у меня неплохой канал. Ну ладно. Так, садимся. А что сейчас будет? И все, давай. Прощай. Я ухожу. Достаточно, я ухожу. Так, теперь. Игра. Игра, 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 игра. Новое видео. Вот это надо, последнее. Какую, как, вот эту, да, я получил? На ПК, да. Да, 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 да. Превью. Сейчас мы ее запишем. Я как понял, тоже, да, недавно прям вышло. Это прям очень хорошее видео будет. Главное сейчас постараться. Вообще, главное, опять же, постараться, постараться. Она должна выйти отлично. Ну что, мы сейчас денег еще получим. И вообще у нас прям все будет идеально, если это видео получится хорошим. Так, 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 внимательно, внимательно смотрим. Очень внимательно. Оп, сразу вот это. Теперь надо красное. Красных, 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 красных нету. Красных нету. Все, ребят, мы тонем. Нет, все нормально. Смешная критика. Да-да, очень смешно. Давай, давай, давай. Отлично, еще две, еще две, еще две. Так, красные. Есть, идеально. Топовое видео получилось. Еще под хайп сейчас. Ой-ой-ой. 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 Еще монтажика добавим, немножечко принять. Рекорд, естественно, опубликовать. Вижу, видео не сделано, тебе не хватило времени, или ты просто меня игнорируешь. Что ж, я расскажу друзьям о твоем профессионализме. А, да? Ой. А, ну только один, да, у меня клиент, получается, слетел. Ничего страшного, что я могу сделать? Так, я случайно, так как, ну,
10 тысяч просмотров, что? Кстати, я могу купить уже телефон этот. Я могу купить этот уже телефон, где он? Либо, кстати, купить Xbox 110. Блин, дорого, конечно. Дорого, конечно, этот Xbox. Но у меня игра для его есть. Берем. Опять же, игру на халяву получил, нужно как-то. Так, телефон. О, программа для монтажа, кстати. Но у меня нету денег уже. Все. Ну, ничего страшного. Зато у меня появится новая консоль. Теперь, что мы делаем? Что я делаю? Можно пока что немножечко пообучаться. Вообще нет, нужно немножко денежек. Потому что деньги опять закончились. Хотя мы сейчас много получим. Мы сейчас много получим. Все, просто да, обучаемся открыть. Мы же за эти контракты получаем неплохие деньги. И телефоны. Так, это сейчас обучаем, да, будем? Потому что теперь у меня снова телефон. Я смогу рассказать всем. Давай. Смета вашего читателя заходит, чтобы вы публиковали новый материал. А, надо еще туда сейчас что-то выкладывать. Так. А что там? Опубликуйте пипы 3. Пипят. Ага. А, я понял, что это так. Это у нас X получается. Это уже Twitter так называемый. Опубликовать. Привет, котики. Опубликовать. Пошло. Неплохо, 2000. Опубликовать. Я не могу принять. Что не могу? А, ясно, я не могу принять. Пусть думают, что я дурачок. Привет, котики, снова. Пусть думают, что у меня Twitter лагает. Кстати, очень плохо, видите, набрался в любом случае. Так, я выполнил. Большое спасибо за публикацию этого видео. Пожалуйста. Ага. Так, 30 тысяч подписчиков сейчас нужно. Так, очень неплохо. Все пока что набирается. Продвижение. Рассказать. Ой-ой-ой. Вот этот ролик сейчас взорвет. 7 тысяч подписчиков. Вот этот ролик сейчас взорвет. Так, ну мы левел, да, получили. Карточки новые есть, но у нас нету очков этих. Все хорошо. Так, видосик какой-нибудь, что-нибудь. А подождите, нужно поспать, поесть. Ай-яй-яй-яй, давайте побыренько поспим, поедим. Ой, квест-задание провалил, ладно, ничего страшного. Да, давайте поедим вот этот сэндвич. Как же 1100 подписчиков. Видео. И теперь. А я какую-то игру получил. Вот она, 16 февраля выходит. А когда? Это 2 дня назад. Она не стала популярной или как это? Наверное, да, то, что она не стала популярной. Ладно, вот эти игры продаю. Counter-Strike что-то уже тоже не тот. Ну, еще можно. Но я попробую первый взгляд еще записать. Да, еще очень популярно, давайте. Может, еще она еще просто не стала популярной, потому что только вышла. Только, может быть, зато надо записать. И опять же, да, зачем тогда консоль покупался? То нужно записать 100%. Так, хорошо. Ой, 7 нужно. 7 вот этих. Ничего себе. Так. Опа, красненьких. Добавляем. Хорошо. Теперь нужно звой. Оранжевых я не могу тут добавить, потому что минус 3 будет. Мне нужно красных. Получается совет. Потому что тут минус 1, зелененький тоже нельзя. Хорошо, теперь нужно оранжевых и розовых. Да. Прям вот идеально было. Нету. Так, их нету. Ну, в ноль пока что. Блин, очень плохо по оранжевым проходимся. Ясно. Ну, кто знал?
Ну прям по оранжевым плохо-плохо. Ой, 16 тысяч, ой, 2 тысячи подписчиков. Ой-ой-ой, вот этот ролик пошел прям очень неплохо. Так, хорошо. Ну и вот оранжевый бы еще, конечно, но тут нельзя принять. Опубликовать. Хорошо. Да, идемте дальше. Курсы как раз по монтажу. Может, там что-нибудь узнаем. Вообще бы прогу для монтажа купить. И вообще бы комп улучшить, а вот это, но на это много денег нужно. Пока что мы просто развиваем YouTube канал. Просто развиваем YouTube канал. Давай. Посмотрите, уже почти доучились. Хорошо, монтаж видео. Да, вот так даже вкачивается это. До 23. То есть качество видео у нас неплохое. Нам надо в сценарий вообще бы вкачать. А тут есть, да, что-то про сценарий? Фотографируем. Тут вот сценарий, да, добавится. Добавится сценарий. Пользователь ПК, базовый уровень. Что-то я смогу типа комп чинить. Было бы неплохо, кстати. $40. Да подожди, мне сейчас интересно отправиться за покупками. Сколько стоит этот прога? $70 покупаю. Подождите, а почему желтым? Потому что на денег не хватает. Или что? О, уже нормально. 2000 подписчиков. Подождите. Я месячная плата $80. Я правильно понимаю? Так я уже заплатил за 2 месяца. Почему я должен? Или я в любом случае должен платить? Я просто в никуда заплатил. Ай, ладно. Ой, уже у кого-то компания, смотрите, какая-то есть. Это партнерская, наверное, не знаю. Не знаю, что там. Ну, там 100 тысяч подписчиков уже. Вот это крутые типы. У нас появилась классная программа для монтажа. Отлично. Еще один сейчас ролик выйдет. Хорошо, поесть. Давайте хлебушка. Он нам не особо хочет. Персонаж ездит, чутка прям. Вот и уже 21, все хорошо. Сдерживаем комментарии. Сейчас пойдем ролик записывать. О, поговорить. Подождите, там возможно квест на этот. Продвижение нужно делать. Это что? Это тоже, да, какой-то хайп? Делаем. Если это просмотр зависит, так. Отличный видео, да, у меня очень отличное видео. На Xbox геймплей. Давай, $100, давай. С радостью запишу. 290, вот есть, можно что-то взять. А вот под конец, да, можно взять. Хоть что-нибудь, чтобы было бы несколько больше карточек просто. Ну, где игра? Вот она. Хорошо, новое видео. И выбираем вот это геймплей. Продолжить. Начало записи, погнали. Хорошо. Можно сразу, в принципе, сделать так, чтобы просто зеленое забыть. Ну, на монтаже, если что, пофиксим просто. Теперь нужно звук, вот звук нужно. Звук нужно каким-то вот образом. Но еще вот добиваем просто, чтобы точно забыть. Про зелененькую и прям вот красненькую еще чуть-чуть нужно. Ой, этот розовый чуть-чуть нужно. Нужно оранжевый вот этот. Угу. Вот это смешная критику делаем, потому что нужно эти две вкачать теперь. Теперь нужно красных каким-то. Вот так можно сделать спокойно. Зеленых и так много у нас, зато все хорошо. Перестановить запись. Давайте вот так, потому что прям большущий минус. Тут у нас одного не хватает. Но, а с чем она ко мне приходит? Она приходит поиграть в Xbox. Сколько можно? Идеальный, смотрите, какой монтаж. О!
Да. Смотрите, а тут все прям идеально. Сейчас тут еще есть. Все понял. Идеальный видос просто. Ой, 300. Это просто лучший видос, который мы сейчас вот просто снимаем. Лучший видос снимаем. Блин, надо бы вообще бы ролик закончить. Но просто очень интересно посмотреть, что будет с этим роликом. Поговорить, что? Со мной в кино? Ну, вообще бы. Ну, как бы нужно какое-то мероприятие. Нет. Сейчас не пойду, я посмотрю, может, какие-то есть. Что-то нет, нету, да, только вот эти. Так, давайте, да, сэндвич. В принципе, но у меня денег мало, но мы сейчас получим побольше, потому что геймплей выйдет, у меня будет больше денег. Можно начать, допустим, фотографирование, уже обучаться сразу. Вот, хорошо, ну, пока раз немножко подскипаем. Вообще бы игру нужно купить. Давайте посмотрим игры. Я сейчас понимаю то, что мне нужна игра. Потому что я записываю не свою игру, что можно новинки какую-нибудь взять, вот новинку на ПК. Берем. Берем неплохая игра по качеству, по всему. Берем, берем. Хорошо. Сейчас игра выйдет. Ой, этот ролик. Спасибо, что делаешь для меня. Пожалуйста, $100. Почему там есть неположительный комментарий? Это же топовое видео. Лучшее вообще на моем канале должно быть. 18 тысяч. Она должна побить рекорд этот 18 тысяч просмотров. Да, наверное, побьет. А продвижение, продвижение, да, не забываем. Оп. Ну, чтоб точно побило. И на этом я буду заканчивать эту серию. Вот, следующая серия, у нас много всего будет, все. Но на этом я буду заканчивать. Всем спасибо, кто смотрел. Ставь лайки, подписывайся на канал. И в следующей серии у нас будет уже новая игрушка выходить. Возможно, берем уже 30 тысяч подписчиков, потому что мы какой-то нашли успех, реально. У ролики очень много набирают, прям все хорошо. Все, ребят, на этом буду заканчивать. Всем ставь в описании, кстати, телеграм-канал. Очень важно, подписываемся. И подписывайся на канал, ставим лайки, все, ребят. Всем спасибо, всем пока.